Участвуйте в розыгрыше призового фонда в 450 миллионов рублей. Джекпот «Большой куш» от Лиги Ставок. Всего одна ставка, и ты в игре. Мы возвращаемся на арену Большого Московского цирка, где продолжается юбилейный турнир ММА-серия 50 Grand Arena. Это прямой эфир на телеканале MMAGFizTV.com, и мы приветствуем всех зрителей в онлайн кинотеатре ОККО. Поединок под номером 8. Бой в тяжелом весе. Внимание на экран! Я Амин Нури, иранский боец. Мне 27 лет. Я уже почти 20 лет занимаюсь боевыми искусствами под руководством мастера Джавада Кавиампия и команды персидских воинов. Меня зовут Александр Подмарев. Я являюсь бойцом команды «Шторм Шельменко Файтим» из города Омска. Приехал сюда, в Россию, чтобы добиться успеха. Я тренировался несколько месяцев, готовился к бою. Сейчас могу сказать, что я настроен только на победу. Готовился я к поединку, как и всегда, на базе нашей школы «Шторм» под руководством моего тренера Александра Шельменко. Я хорошо изучил своего соперника, проанализировал его манеру вести бой и считаю, что он очень сильный. Он провел 17 профессиональных боев, у меня было только 7. Про соперника могу сказать, что он является, можно сказать, темной лошадкой, поэтому в бою будем пытаться навязать свои сильные стороны и, ну, скажем так, свою игру. Александр, готовься к моим сокрушительным ударам. Амин, я жду тебя в клетке. Синий угол октагона приглашается боец из Исламской Республики Иран Амин Нури. Итак, следующий поединок также в тяжелом весе. Амин Нури на ваших экранах, представляющий Иран, против Александра Подмарева. Он сразится. 94-го года рождения, ему 27 лет, клуб «Персидские войны», 180 сантиметров его рост, 100 килограммов вес. Есть разная информация по поводу его профессионального рекорда. По одной из них 6 побед, одно поражение, по другой 4 победы, одно поражение. Из 4 побед 3 победы нокаутом, является чемпионом Западной Азии по ушу саньда. В профессиональном ММА он дебютировал в августе 2018 года, когда одолел Сажада Хадажани техническим нокаутом в первом раунде. Затем потерпел поражение от Мохаммед Ризы Садекхи, попавшись на удушающий прием сзади. После этого вышел на серию из 3 побед, правда, проводил по одному поединку в год. В октябре 2020 года победил Пеймана Алаи. В первом раунде, затем таким же способом и в том же раунде победил Энсара Эйюпа в январе 2021 года. И после этого в марте 2022 победил единогласным решением Миху Герблашвили. Александр Тор Подмарев! Александр Подмарев. 27-летний представитель авторской школы «Шторм» Александр Шелеменко. Выпускник Омского кадетского корпуса. Далее учился в Сибирском университете физической культуры на кафедре теории и методики восточных единоборств. Сам является действующим тренером в Омске. Заниматься начал армейским рукопашным боем в кадетском училище. После выпуска начал тренироваться уже непосредственно по ММА. Участвовал и выигрывал соревнования по армейскому рукопашному бою, панкратиону. Он чемпион Сибирского федерального округа по ММА. В 2016 году начал свою профессиональную карьеру и на данный момент провел уже 17 боев. Бился в целом ряде российских промоушенов, а в ММА-серии сегодня проводит 4-й поединок. Встречался с такими бойцами, как Магомед Расул Гасанов, Олег Оленичев, Руслан Межидов и другими. Сейчас идет на серии с 5 побед и останавливаться на достигнутом точно не собирается. Всего 13 побед, 3 поражения, 1 ничья.
6 побед нокаутом и столько же побед решением. Вот такой боец Александр Подмарев. Боец в синем углу, ему 27 лет, рост 180 сантиметров, вес 98,3 килограмма, родом из Ирана, представляет клуб Persian Warriors, чемпион Западной Азии по ушу Сайна. Его профессиональный рекорд 6 побед при одном поражении. Встречайте, Амин Нури! Его соперник – боец в красном углу. Ему 27 лет, рост 176 сантиметров, вес 107,9 килограмма. Из Сибири, славного города Омска, представляет школу единоборства Александра Шлеменко и команду Шлеменко Fight Team, чемпион Сибири по ММА. Его профессиональный рекорд – 13 побед, 3 поражения, 1 ничья. Александр Тор Подмарьев! Рефери в октагоне Никита Меркулов. Бой заявлен в тяжелой весовой категории, но при этом Амин Нури не вписался даже и в цедне. Вы знаете, покажите честный зрелищный поединок. Руки пожали по углам. При этом Александр Подмарьев долгое время выступал и в среднем весе, и в полутяжелом. И сейчас, как он сам в интервью нам отмечал, прекрасно себя чувствует именно в хэви-вейте. Гонять вес не нужно. Итак, давайте смотреть. Подмарев против Нури. Смотрите, насколько крупнее Александр. Обмениваются ударами. Тут же. Да, Нури парень рисковый. Предлагает зарубиться в самом начале. И Подмарев ждал именно такого развития событий на первых секундах. Возможно, Нури понимает, что на весь поединок его не хватит, и поэтому хочет решить все в первом раунде. Неплохо колено выбросил Подмарев. Боковой удар там у Амина прошел. Идет зарубаться дальше Нури. Апперкот неплохо, и повело здесь Подмарева. Включается Нури. Берет захват, колено в корпус. Да, зачем-то пошел на удушающий прием Амин Нури, когда соперник был в тяжелом положении. И отдает позицию. Вот теперь все карты в руке Подмарева. Но было тревожно. Безусловно. Отключает руку Александр, но запустить локоть не получилось. Поднимается на ноги Подмарев. И вот отсюда локоть подключает. Точно по носу. Грузит дальше. Входит в полный маунт. Сразу же начинает работать над растяжкой соперника. Наносит удары сверху. Никак не удается найти угол для того, чтобы наносить акцентированные мощные удары. Прижимается к оппоненту Амин Нури. По затылку бить нельзя. Пытается спрятаться просто под Подмарева Амин Нури. Пока безуспешно. Просто великолепная позиция для дальнейшей атаки. Надо, да, отлепляться от соперника и стараться подключать локти на коротке, там можно и посечь лицо. Несколько ударов нанес Александр Подмарев. Продолжает гнуть свою линию. Еще один локоть. И там мы не слышим, что подсказывает Александр Шлеменко. Возможно, и ничего, все идет по плану. Еще несколько ударов в голову. Поднимается Нури. Айдуиранец. Снова в центре бойцы. Бросается вперед Амин Нури. Навстречу здорово атаковал Подмарев. Еще 2 минуты. Бросается в ноги Александр, но неудачно. Боковой удар от Амина. Да, там еще активный Алексей Шуркевич подсказывает. Попытался забрать корпус сейчас Подмарев. И
И вновь поднимается Нурия. Широкая защита. В одну ногу. И все-таки совершил тейкдаун Подмарев, но никаких дивидендов не приносит. Разрыв дистанции очередной. Поддавливает Амин. Застаиваться ни в коем случае нельзя Подмареву. И снова бросается в ноги Александр. Очень хочет бороться Подмарев. Возможно, прочувствовал удары Амина Нури. И испытывать еще раз их на себе не хочется. Вот здесь как раз видим и Александра Шлеменко там на заднем плане, и Шуркевича. Накрывает сверху Амин Нури. Навязать борьбу пока не удается. И отдает позицию Подмарев. Вы посмотрите, 20 секунд до конца. Ну, здесь, наверное, не получится провести удушающий прием, хотя бэкмаунт. Несколько ударов наносит Амин. И будет раунд под номером 2. Вот это да. Много сумбура в этом поединке. Смотрим на статистику. 38 попаданий у Подмарева, 26 у Амина Нури. В каком турнире еще по ММА вы такое увидите? Такое объявление раундов хотя бы. Да и такое восстановление. Вот здесь левый снизу. Отличный апперкот по факту получился у Нури. И именно после него начались проблемы у омского бойца. Итак, второй раунд. Нури против Подмарева. Начинает Амин Нури идти вперед. Лоу-кик от него. Бросается вперед Нури. Сейчас с апперкотом. И опять заходит в борьбу. Отстреливается Подмарев, который уже начинает тяжеловато дышать. Опять же, мы понимаем, что это не его естественный вес. Скорее, такой наеденный. И, конечно, тяжеловато ему приходится во втором раунде уже. Но в интервью Александр отмечал, что гонять 93 он не хочет. И надеется продолжить карьеру именно в тяжах. А гонять есть что, как мы видим. Колено по корпусу, да. Еще одно колено. Вот здесь было неплохо со стороны Александра. Еще один удар. И в разрез. И снизу. Коленом отвечает Подмарев. Перерубить и переехать иранца в первом раунде не получилось. А сейчас необходимо изыскивать резервы, внутренние силы, открывать второе дыхание. Натыкается на встречный удар Александр Подмарев, хотя планировал начать атаку. И вы посмотрите, какая скорость именно в ударах у Амина Нури. Подмарев пытается давить просто массой без ударов. Поменял стойку. Вновь назад.
бросился вперед, но тоже как-то невнятно. Он просто побежал и спокойно Нури его поймал. Прицел. Как-то в этом бою просто все идет не по плану Александра Пономарева. Еще один удар в разрез. Вертушка не зашла. Да и по высоте было не так, как нужно. Ищет атаки на скачке, а вот это шанс. Безусловный шанс для Пономарева. Нужно нырять в эту борьбу и продолжать разбивать там оппонента. Попадает справа. Хороший удар получился у Александра. Вот так вот, одна ошибка, и сразу же мы слышим Александра Шелеменко. Твоя работа, твоя работа. Еще две минуты. Но лежать нельзя, необходимо что-то делать. А сил нет. Наносит один удар. Александр сверху, еще один туда же. Но темп совсем невысокий. Амин Нури пытается минимизировать ущерб. И с задачей с этой, по большому счету, справляется. У нас подравнялась статистика. 57 на 46 в пользу Пономарева по ударам. Наносит один удар, запускает локоть Александр. Еще один боковой, а тут же локоть. Последние секунды. Нужно подниматься сейчас, конечно, Амину Нури. Запускает правую руку Александр Пономарев, но не получается плотно приложиться. И с каким же трудом выбрасывает каждый следующий удар Пономарев. Он даже уже не столько бьет, сколько бросает весь корпус вперед, чтобы нанести хоть какой-то ущерб. Да, минута отдыха очень нужна, причем и тому, и другому, но Пономареву, наверное, даже побольше. Сечка довольно серьезная у Нури. Ну что ж, второй раунд у Александра получился гораздо лучше первого. Ну, на самом деле здесь много вопросов для этого и есть. Компетентные судьи. В первом раунде у Пономарева получалось вроде как многое, а потом он пропустил этот удар, и все пошло не по плану. Во втором раунде Нури в стойке тоже было интереснее. Но вот после этого технического действия началась затяжная борьба, которая продлилась до конца раунда. Очень важные минуты. Там появились врачи, и работают они над сечкой. Обычно этим занимаются катманы, они также здесь присутствуют. Но вообще, может ли продолжать бой Нури? Да-да-да, он в деле. Немного мази для того, чтобы все-таки остановить кровь. И в этой мази, как правило, присутствует еще и адреналин, чтобы кровь сворачивалась. Итак, поединок возобновляется. Третий раунд. Бросается вперед Нури с боковыми. А Пономарев идет вперед, забирает шею. Еще одно колено.
Тратит силы Подмарев. А будет ли это решающая атака или нет? Пытается задушить, берет излом, грузит сверху. Нет, не получается. Запускает локоть. Подхватывает ногу. Капа улетела. Колено мощное от Подмарева. Продолжает идти на соперника. А рассечение все сильнее. Да-да-да. И, возможно, будет остановка медицинская. Двойка от Амина. Джеб. Неплохо. Выставил Александр Подмарев. Еще один размен в центре. Боковой удар от Александра. Нури уже тоже перешел на одиночное. Готов он встречать. Но руки старается держать на уровне. Поединок на морально-волевых. У кого больше сил, тот и будет ближе к победе. Достает передней рукой Подмарев. Снова попытался правую запустить, но неудачно. Еще один обмен. Но Подмарев давит хотя бы своими перемещениями. А Нури пытается просто сохранять комфортную для себя дистанцию. Вот боковой удар вскользь. Залетает со стороны Амина Нури. Двойка. Там даже была комбинация боковой и апперкот. Опять же, удар эти показывает Нури, но, конечно, тонарности уже такой, как в первом раунде, нет. Кажется, что Нури уже работает практически без защиты. Еще один апперкот. А биться еще 2 минуты. Есть попадание слева от Нури. И сразу же пошел в борьбу Подмарев. Подхватил шею Амин Нури. Но здесь выполнить удушающий прием крайне сложно. Но он пытается это сделать. Контроля не хватает. И уже вспотели спортсмены. Там еще и кровь. И ее много. А позицию отдает в итоге, естественно, Нури. Но вы посмотрите, он поднимается. Молодец, а, Амин? Вот это да. Включается он в этом раунде. Минута еще есть. И продолжает наносить удары. Забирает спину. Что, неужели удушающий прием получится у Амина? Одной рукой задушить нельзя. Борьба за позицию. Кто будет лучше? И выигрывает Подмарев. Там активно работают и секунданты, естественно, Амина. Да, видно, что из последних сил выбрасывает удары Александр Подмарев по корпусу. Перевести на голову уже сил нет. Но сейчас 2 раза справа. Да, там просится уже медицинская остановка, потому что кровь просто заливает лицо Нури. Он наверняка не все видит. 10 секунд. Я думаю, что ему уже дадут доработать. Конечно, да и вообще, на самом деле, ничего не понятно в этом поединке, если честно. Сделали достаточно Подмарев для того, чтобы выиграть этот бой. Еще, но, опять же, он контролировал соперника во втором раунде на канвасе, наносил удары. И в третьем то же самое. В последней минуте. Всю стойку в третьем раунде забрал Нури. Во втором раунде? В третьем. Ну и во втором же тоже.
стойке. Да. Но согласно статистике... Мы не судьи, Давид, да. Мы можем рассуждать как угодно. Но, конечно же, мы болели и переживали за Александра Пономарева. И желаем ему победы. Но с точки зрения просто сухого подсчета... Но в любом случае мы можем отметить, что Александр Пономарев старался доминировать. Он шел вперед в атаку, прессинговал соперника, наносил более тяжелые удары. Плюс ущерб. Посмотрите на Александра Шлеменко. Он очень недоволен Александром. Не будем забывать про ущерб, который оценивается в первую очередь. И Александр нанес его гораздо больше. Директор Большого московского цирка, народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный. Сечка, да, была. Из-за удара. MMA-defistv.com Сергей Павлович Зубенко. Генеральный директор телеканала MMA-defistv.com Вячеслав Камнев. И директор MMA-серии Федор Рыжов. Это был непростой поединок двух равных соперников, именно поэтому он продлился 3 полных раунда. Победу единогласным решением судей одержал боец красного угла. Единогласное решение Александр в пользу Александра Пономарева. Поздравляем Александра. Это ну и большое непросто. Спасибо Амину Нури. Он настоящий воин. У него огромное сердце, и он сегодня это доказал. Man, you are the real fighter. Thank you. Thank you. Thank you for your fighter. Спасибо, ты настоящий боец. Давайте похлопаем все этим Вячеслав людям. Камнев. Это настоящие бойцы. И я попрошу вручить пояс, бронзовый пояс победителям ММА-серии. Федор, прошу, директор ММА-серии Федор Рыжов, вот пояс, вот Александр, победитель этого титульного боя. Давайте похлопаем. И давайте поздравим Александра Шлеменко, тренера и учителя Александра Пономарева, который подготовил его к этому бою. Человек, который прилетел за своим учеником. И, несмотря на то, что жизнь сложная штука, продолжает поддерживать своих ребят. Это очень хорошо. Бесплатная ставка новым игрокам в букмекерской компании «Лига ставок».